Все, бегу отсюда. Блин, там еще хун. Там еще хандаи, блин, эти тупые. И всем здоров, чем с вами снова я, Леончик. Сегодня мы продолжаем играть в игру Half-Life Source. И, наверное, короче, мы будем делать много серий по Half-Life Source. Потому что я хочу уже быстренько перейти к Half-Life... к обычному, ну, Half-Life это... Два уже хочу быстро пройти. Я не знаю, ребята, почему, но у меня что-то вообще не делается вот это вот разрешение, которое я хочу. У меня делается разрешение только ноутбучное. Я не хочу ноутбучное, я хочу компьютерное. Да еще у меня тут эти рамки вот черные. Потому что у меня прям не на весь экран растягивается. Наверное, это оптимал. Это оптималка. Ладно, продолжаем. Прошу серию мы остановились на этом моменте. Ой, еще. Ой, что такое? Это что за. Это что за дичь, я не могу понять. Куда делись все мои патроны? Так ладно, чем быстрее дойдем, тем лучше. Так, аптеки. Блин, допрыгну, не допрыгну, сейчас сохранюсь. Чего я не могу сохраниться? Подождите. У меня опять все настройки сбросились. Да что за дичь? Применить. Подождите, сейчас Ctrl Z. Все. Сейчас сохраняемся. И допрыгну, не допрыгну. Блин, не допрыгну, сейчас пометится. Допрыгнул. Так, погнали. Это самое геморройное испытание для некоторых. Это понять, как работает. Блин, походу у нас будет много серий по. А! Господи, иди нафиг! Иди! Короче, у нас будет много серий по Half-Life Source, ракеты, пока эта чертова штуковина не стала еще больше. Окей. Я у себя. Нет! Ученый, я тебя спасу! Ученый, я тебя спасу! Нет! Клешни какие-то, так, энергии, блин, нет. Так, ладно, идем быстро. Чем быстрее идем, тем лучше. Так, надо убить, если что, вот этого вот. Чтобы он нам не мешал в будущем. Тихо, эта тварь не сможет услышать. Конечно, может и услышит. Так, сейчас забираем все наши граники. И сейчас, знаете, что мы делаем? Вот так. Отвлекаем, потом бежим. Что я сделал? Что я сделал, блин? Мне надо восстановиться. Короче... Так, сохраняемся. Так, все, мы в безопасности. Блин, что-то у меня лагает немножечко. Ну, не лагает, а немного прав. Провалился, короче. Так, ладно, здесь мы тоже надо, здесь нам тоже надо это, потому что... Ломаем эти ящики. Ой. Так вот. Придется ломаем эти ящики, потому что нам нужны аптеки. Аптека нам нужна. Короче, наверное, сделаем сегодня очень быстро и пройдем очень много, потому что у меня еще за плечами другие дела, поэтому. У меня еще другие дела есть, не только записи, мне еще мой обычный канал надо куда-то проводить. Ой, ой!
Да боже! Мне еще куда-то надо доводить обычный канал, потому что... Сейчас делаем вам Алла Пикаджи. А еще мне надо быстренько, короче, до Half-Life Source. Ой, закончить быстренько Half-Life Source сыграть. Опа. А, нет, подождите, мне так не надо, блин. Мне надо быстренько закончить Half-Life Source. А потом уже перейти к Half-Life 2. Потому что Half-Life 2 намного интереснее, чем Half-Life Source. Нет, конечно, Half-Life обычный ресурс, точнее, тоже как бы интереснее, но Half-Life 2 интереснее. Ё-моё! Обнаружены. Почему меня все так хотят ударить, я не понимаю. Так, 5 минут записываем. Требуется нормально. Помощь. Так, идите отсюда вообще. Я вас тут не звал вообще-то. Какая-то дичь, мне её надо включить. Спускаемся вверх. Опа, а по ней можно... А по ней все время ходить там можно было? Ладно, мне... Положение критическое. Блин, у меня 5 этих... О, сейчас вот оно крутится. Сейчас как закрутится. Оно сейчас дует уже. О, уже дует, отлично. Отлично, дует. Just do it. А, хиткра... Чё? Так, я хиткрубика немножечко не заметил. Так, где хиткрубик? Ха, съел. Кашки всякие. Снова хиткрубик. Блин, я так небрежно патронами ещё своими распоряжаюсь. А, да блин, сейчас вот каждая минута, сейчас вот каждая до меня будет. ХП, это, господи, так, вот, сохраняемся. Отстань от меня. Да, мы здесь так сохранились. Так, аккуратно. Там еще один. Нормально, тут они капец какие маленькие, да удаленькие. Блин, у меня пистолет только в итоге остался. У меня и пистолета нет. Капец, мне патроны надо реально сильно экономить. Мне надо патроны экономить. Экономнее быть с патронами. У меня их не так много уж. А, блин, меня убивает вот этот. Ничего страшного. Пацаны, я в дуплете. А, не трогай меня. Все, у меня нет больше патронов. Ну, кроме вот этого. Так, пацаны, мне надо все быстренько включать. Быстро, быстро, очень быстро все включать. Чем быстрее я все включу, тем лучше будет. Чем лучше будет. Так, ребята, я дохожу до сюда. А еще, смотрите, вот сколько меня смотрят без подписки, ребята. Это что такое? А? Что это такое? Я не понимаю. Это нормально? Это нормально разве? Ну, я вот так вот... Вот так вот, значит, я делаю для вас контент... А вы меня смотрите без подписки. Это что такое? Я делаю для вас контент, а вы меня без подписки смотрите. Да, аккуратно, кто его там? Ну что? Реально вниз. Вниз. Сюда.
Все, так. Вводись аккуратно, потому что мы можем упасть, буквально в следующем угодно. Ой, я энергию не заправил, подождите. У кого-нибудь есть аптечки? Так, ладно, подождите, мне надо вниз. Мистер Бис, 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 Палом, yes. Не отлично, блин. Все, так я здесь, отлично, отлично, отлично. Так, сохраняемся быстрее, потому что у нас сохраняется, надо и сохраняться, нужно. Нужно, так допрыгнули. Блин, все, у меня нет уже окончательно. Все, у меня патрон уже нет окончательно, только монтировка. Дайте мне по... А, ну так вообще нормально. Так, ладно, смотрите, ребята, я не буду тратить свои патроны. Да блин. Вот я просто пойду и все. Да нет, да блин, ну что такое? Как не... Все, я бегу отсюда. Блин, там еще хон. Там еще хандаи, блин, эти тупые. А как мне? У меня 5 хп. У меня 5 хп и вообще брони нет. Че, я убью еще? Короче, смотрите. Я беру, кидаю. И он не долетает. Я беру, кидаю. Долетит. Я не то сделаю. Ладно, я сейчас вернусь, когда... Пацаны, я походу... Ребята, я походу... Да, я это сделал, ура. Теперь осталось только одно. Понять, как мне хаундай. Это не хаундай. Понять, как мне этих хаундаев бро. Хаундаи, они скотину те еще. Просто. И у меня 5 хп, у меня почти нету гранат. Просто не трогайте меня, не трогайте меня, не трогайте меня. Огурец вообще. Ну еще остался. Давай, молодец, давай, взорвись. А, все, вдох. Блин! Я только гранаты сейчас потрачу, пацаны. Аптека. Наконец-то. Я еле, ребята, сюда дошел. Все, я еле сюда дошел. Но у него патроны еще. Нормально. Нормально так законтрил. О, все включилось. Нормально. Так, давай, ко мне, лифтик. Блин. Такое, ну, пацаны, знаете, что я знаю? Я знаю то, что вот этот лифт упадет. Я... Да блин, я лестницу, короче, заметил. Поэтому сейчас мы возьмем и воспользуемся этой лестницей по назначению. А именно спустимся по ней. Так, пацаны, это блин... Какие пацаны? Внимание. Нет!
обнаружен химическая состояние угроза в крови Джилас. Надеюсь, никто не думает, что я буду заниматься генератором. Оттуда еще никто не возвращался. Иди занимайся генератором, я сказал. Ты видишь, у меня тут радиоактивные отходы уже. Я весь в этих радиоактивных отходах. Да блин, че, у тебя патроны есть? Просто у меня их нет. Укрытие. Я не собираюсь отсюда выбираться до тех пор, пока обстановка не станет более благоприятной. Теперь уходи отсюда и не проболтайся. А иди ты нафиг, пожалуйста. Типа, я тебе ничего не должен. Типа, отвали, я тебе ничего не должен. Подождите, а какого рожна? Мое укрытие, я не собираюсь отсюда убираться. Да ты, не, да я уже. Пока обстановка не станет более. Остановка, может. Может, уже хотел сказать остановка. Фримен. Дошли и спустились. О, господи, я уже посрался. Все, мы едем, спокойно едем. Если там будут хаундай, дай хаун или что-то еще, по типу того, я вас убью, ребята. Не вас, а убью разработку этой игры. У меня патронов нету вообще, снаряги никакой нет. Никакой нету, только один патрон максимум. Максимум один патрон, ничего я с ним могу. Нет. Фух. У меня максимум один патрон, ничего я с ним буду делать. Правильно, ни хрена, потому что просто с этим патроном сделать можно. Да блин! Обнаружен небольшой. Сделать можно явно, что только нифига. Да. Обнаружен. А чем я буду тебя бить? Подождите, чем я тебя буду бить? А, ну все, я слух. Так, подождите. Не попытаемся на этого барнакла. Да ё-моё! Я с такой высоты, с высоты чебуречка нажал. Серьёзный перелом. Так, вот сейчас берем вот такую штучку, потому что я как бы включил электричество. А электричество, если я включу электричество, то это электричество будет против меня. Там вот вода. Это электричество. Угу. Ладно, могу быть неэкономным чуть-чуть. А самое главное, серии посуд у нас будет. Серии по сурс у нас будут долгими, а главное мы будем проходить курс. А как? А как? Как мне выйти-то теперь? Я не могу выйти. Что я сейчас вытворяю? А прикол в том, что я же сейчас никак отвлечь не могу. Сюда! Сохраняемся. Надо как-то. А, нет, не сюда. Теперь надо как-то наверх. Наверх. Пацаны, как я это делал?
Как я это делаю-то? Как я это... Залезаю, быстрее. Здорово. Курва. Все. Включаем лазер. О боже, все, наконец-то это... Съел. Включили ракету, все. Отца, съешь свои пироги вонючие. А может, а вы мне оружие дадите? Я всех убил, что ли? Спускаемся аккуратнее, так как у нас хп как бы мало. У нас хп немного, поэтому спускаемся аккуратно. А, нет, нам не сюда. Нам сюда. Аккуратным движением руки берем, включаем фонарик и спускаемся. Главное тоже аккуратно, чтобы не удариться. Так, что? Так у меня типа. Так у меня мои патроны, кстати. Револьвер, наконец-то. Хоть что-то. Хоть какие-то, ребята, патроны. Так, а там... Так, она же там не куда. Блин, комар, подождите, возле моего... Возле моей рожи сейчас комар летает. А куда мне надо? Тихо. Я не задохнусь. Внимание. Состояние критическое. Требуется помощь. Так, что такое? Я не задохнусь. Нет, я не могу задохнуть. А так что это? Я всплываю куда-то. Что я? Где я? Когда я? Вот! Воздух. Все, я всплыл, ребята. Так. Блин, я сейчас слишком много говорю, ребята. Так. Я всплыл. Теперь мы можем с пистолетом, с револьвером... А, не туда, не туда, не! Так, ладно. Теперь мы можем с револьвером в руках взять и пойти куда-то. Не знаю, куда мы. Но пойти в бочки. О боже, что с текстурами? Они у меня залезли друг на друга. Какой-то винтик. Серьезно? Небольшой перелом. Я бы сказал большой. Все, так вы мне патроны дадите? Так, а что такое G? G это... В смысле, G это осмотреть оружие? Он сейчас оружие раз. Подождите, я забыл. Ну я его лошара. Так, подождите. Так, нам надо сейчас. Да куда? Ладно. Сейчас мы ставим, сохраняемся, и нам надо как-то вот залезть. Сюда. А, все, фух. Все, без этого, без урона. Нормально, бежу. Так, пацаны, у нас мало оружия, потому что... А как, так как я умираю-то? И назад. Наконец! Нужен. Это что такое? Так, ладно, я же надеюсь, что будут аптеки есть. Какая-то мина. Отлично. Просто, ребята, гуд.
Так, все, пацаны, мы все облутали. Так, все, ребята, мы все. Да, блин, так, все, мы все облутали. Пожалуйста, подпишитесь на канал ради такого вот контента. Теперь видео будет дуть. Что там происходит? Энергия. Новая голова, энергия. Я все понял. А, тачка, тачка, подожди, тачка. А, я все понял, иди на. Короче, я все понял, идите на. Все понял, мистер монстр, иди на. Только не вы. Я реально... Господи, даже в Half-Life... Капец, даже Алан в Half-Life не был в таких ситуациях. Даже никто... Никто не был в таких хуёвинах. Только штучка. Никто, ребята, не был в таких хуёвинах, где это... У вас просто 24 хп. Здорово. Мистер, включите его. Он попадет прямо на поверхность. Я бы и сам это сделал, но слишком много было препятствий на моем пути к генератору. Собственно, ты что, доползти не можешь, ну ладно. Я за тебя это сделаю. Наконец-то все! Мой дробовик вернулся. Дробовик. Дробовик мой вернулся, и вернулись мои... И вернулся мой пистолетик. Не пистолетик, а... А, ну да, пистолет тоже вернулся. Нет, отстаньте. И ваша... Не-не-не, отстаньте. Нормально. Блин! А! Тихо! Что? Нет, все заново, что ли? Так, ладно, блин, сейчас мы да. Сейчас я остановлюсь, потом. Так, пацаны, вот я вер. Ё-моё! Так, я вернулся вот до этого момента и это. Уже с полным почти. Уже с почти. Ну, уже с хорошим таким хп. Не дебильным, как бы, в прошлый раз. Блин, ну не надо сейчас, револьвер тратить на всякую хрень. На всякую хрень, по типу там это... Не надо револьвер вот тратить. Сейчас вот... Еще надо постараться остаться живым. Короче, еще вот я хотел вот аптечку и хотел. И ладно, видео вот это вот не будет долгим, потому что я уже сам устал немножечко играть. У меня еще другие дела есть. Короче, всем пока, с вами был я, Леонтий. Всем до новых встреч и всем пока. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. До новых встреч, пока. Ты что думаешь, я буду петь? Просто перейди уже по этим видосам. Пока.